У муравленковских подростков есть возможность трудоустроиться, причем не только летом, но и в течение всего года. В этом им помогает Центр занятости населения. Куда могут устроиться на работу подростки от 14 лет и старше, расскажет Анастасия Пономарева. Свободное от учебы время София Шкиль не сидит дома перед компьютером. Она устроилась на работу. В этом ей помог городской центр занятости населения. Девушка вместе с друзьями помогает активистам общественной организации «Семья Муравленко». Это мой не первый трудоборовый опыт. Я ранее работала в трудотряде летнем. И я занимаюсь тем, что я раскладываю вещи, чтобы людям было более понятно, что где брать. То есть штаны к штанам или детские вещи к детским вещам. Работа несложная, но требует порядка и самоорганизованности. И новоиспеченные сотрудники подходят к своим обязанностям ответственно. Это не только возможность почувствовать себя взрослым, но и заработать на карманные расходы. Сегодня я работаю первый рабочий день, поэтому я немного волнуюсь. Я рада, что я могу здесь работать, и поскольку мне нужны деньги на карманные расходы. Я могу это совмещать с учебой в школе. Это очень легко сделать. Ребята трудятся не только в гуманитарной комнате, но и в центре «Семья и гармония». Здесь они помогают украсить помещение к предстоящим праздникам. Общественники рады такой помощи. На подготовку к мероприятиям уходит много сил и времени. Особенно перед очередной благотворительной ярмаркой, когда нужно успеть перебрать гору вещей. Мы довольны работой детей, они оказывают нам посильную помощь. И на данный момент мы готовимся к очередной благотворительной ярмарке, которая состоится в субботу. Сотрудники Центра занятости населения помогают подросткам устраиваться на работу в течение всего года. В первую очередь рабочими местами обеспечиваются ребята из многодетных семей, дети-сироты, а также те, кто состоит на различных учетах. За счет средств окружного бюджета в 2018 году трудоустроены 37 несовершеннолетних граждан. По профессиям подсобный рабочий, делопроизводитель в таких организациях, как распределительная сетевая компания «Ямала», «Алгоритм», фотостудия «Дом» и общественная организация «Семья Муравленко». Для того, чтобы устроиться на работу несовершеннолетним, нужно самим подать заявку через портал «Работа ЕНАУ». И если будут вакантные места, подросток обязательно получит направление. Анастасия Пономарева, Антон Иванов, Сергей Шалафан. Новости Муравленко.